В Доме правительства Московской области руководитель Госадмтехнадзора Московской области провела селекторное совещание с главами муниципальных образований. Темой разговора стало состояние и содержание детских площадок. Глава ведомства поблагодарила руководителей тех муниципалитетов, где содержание детских площадок находится на высоком уровне. Дети, отметила Татьяна Витушева, которые пользуются этими площадками, могут играть на них безопасно и комфортно. Но таких площадок гораздо меньше в регионе, чем тех, которые нуждаются в пристальном внимании. В Ленинском районе, по словам Витушевой, около половины не соответствуют всем требованиям. За примерами далеко ходить не приходится. Недавно мы рассказывали о состоянии детской площадки у дома номер 6 на проспекте Ленинского комсомола в Видном. И подобных примеров наберется немало. На селекторном совещании Татьяна Витушева дала конкретные рекомендации дальнейших действий всем руководителям районов и городских округов. А именно, к 1 июля каждое муниципальное образование должно предоставить реестр всех детских площадок. Эта работа должна быть под строгим контролем глав. Там, где глава берет это и живет этой проблемой, ситуация меняется. Если глава не информирован, ситуация идет самотеком. По словам начальника Главного управления Госадмтехнадзора Московской области, ситуация с каждым годом меняется в лучшую сторону. В разы уменьшается число жалоб от жителей, и все же пока поставить удовлетворительную оценку можно далеко не всем детским площадкам Московского региона.